Еще два абитуриенты порушили правила прохождения централизованного тестирования. У комитете Держконтролю по Могилевской области удокладнили. Подчас тесту по математике два человека заполняли бланк отказа у шариковой ручкой, а положение потребует только черный елевый и черный капиллярный. Справа у тем, что машина, якая проверяет бланки, иншие чернилы прочитать не может. Тому есть невероятность, что бланки, у которых писали шариковой ручкой, не будут проверены. Нагадаем, крыху ранее один из абитуриентов был вызволен от сдачи централизованного тестирования за мобильный телефон. Речь у Могилевской области на централизованное тестирование по 6 предметах зарегистрировались больше за 23 тысячи абитуриентов. 3% от этой колькости, а докладней 760 человек, не з'явилися на экзамен. Самая высокая явка означена на белорусскую мову – 98%, а вось на историю Беларуси – только 95%.